Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Поставлю свечку на окне, нехай горить. Придите ж души до меня поговорить. На 9-й день после Пасхи празднует православный мир Радуницу. Радуница — день поминовения усопших. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Ну вот, за светлой Пасхой пришел праздник Радуница. Мы свято верим в том, что жизнь человеческая, заканчивая здесь на земле, начинается дальше вечности. Для нас это всегда этап. Это только этап. Мы говорим, мы пришельцы на земле. И тело мы всегда отводим в определенное место. Земляная постель мы ее называем. Куда мы опускаем человеческое тело, разделенное душой. Душа находится в предожидательном состоянии, ожидая второго пришествия. Самое главное, что происходит с человеком, вот с этого самого момента он уже не может сам для себя молиться. Он уже не может менять свою собственную жизнь. Пока человек жив на земле, я считаю, что он как раз может исполнять то, что замечательно выразили оптинские старцы в своей молитве. «Научи меня, Господи, верить, любить, каяться, терпеть, прощать». Когда человек переступает порог временных лет, заканчивается земная жизнь, для него об этом говорить поздно. Но Церковь Божия Богом устроена премудро, в том числе и прекрасно. Поэтому здесь всегда есть люди, которые ходят своими ногами, которые думают, мыслят, творят, которые живы еще здесь на земле. И поэтому эти люди, родственники или родственники по крови Христовой, члены общины, члены церковных приходов, не могут не молиться о тех, кто шагнул уже в вечность. Поэтому мы просим у Бога, прежде всего, любви к тому человеку, который уже шагает в вечность. И поэтому мы молимся о покаянии. И поэтому этот день, 21 апреля в этом году, Радуница, мы приходим в церковь и совершаем молитву о покаянии всех тех, кого мы ужасно не видим здесь физическим образом. На Радуницу хозяюшки готовят богатый поминальный стол. Стол состоял из обрядовых блюд. Конечно же, здесь были пасхальные булки, блины, яйца крашеные и поминальная кутья. В разных регионах на столе появлялись еще и свои традиционные блюда белорусской кухни. Я уверена, что наша Елена порадует нас чем-нибудь необычным. Встречаем! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Степановна! Добрый вечер, дорогие телезрители! Елена, сегодня мы встречаем Радуницу, и стол наш поминальный будет богатым и сытым. А какое блюдо вы приготовили для нас сегодня? Вы правы, Степановна. И вы знаете, как в народе говорят, на Радуницу до обеда пашуть, у обед плачуть, а после обеда скачуть. И, конечно же, традиционно в этот день хозяюшки уже с самого утра хлопотали у печи и готовили традиционные блюда. Ближе к обеду они шли на кладбище, и у чисто прибранных могил они зажигали свечи и молились. Ну что же, а как называется то блюдо, которое мы будем готовить вместе с вами и с нашими телезрителями?
А блюдо называется, это смаки, это небольшие котлетки, которые традиционное блюдо, которое очень популярно в нашем регионе. Оно очень вкусное и необычное. Смаки, котлетки. А я думаю, самое время пригласить Евгения, без него нам никак не обойтись. Конечно же, без мастера. Приглашаем? Никак, да. Евгений! Здравствуйте, Евгений. Ну что, с радуницей вас, со светлым праздником, еще одним после Пасхи. Вы знаете, что Елена приготовила нам очень вкусное блюдо. Ну, по крайней мере, название вкусное. Смаки. Очень аппетитное название. Готовили вы когда-нибудь что-нибудь подобное? Нет, мне интересно очень. Ну что ж, тогда я вам расскажу, как оно готовится. Да. Основа этого блюда – это куриные грудки. И еще нам понадобятся яйца, грибы, сливки, лук, панировочные сухари, соль, перец и растительное масло. Ну, я думаю, что мы приступим к приготовлению. Это небольшие котлетки, и начинку мы со Степановной начнем. Вам я поручаю порезать грибы, так. Я беру лук, ну а Женя... Что? Да, котлетки, да что надо тогда? Женю тоже мы не оставим без работы. Фарш сделать или что нам Нет, необходимо? Нет, нужно тоненько порезать и отбить, вот чтобы как. Отбивные были очень нежными, тонкими. Я думаю, что Женя справится с этим. Конечно, справимся. Ну, приступим. Моя задача порезать грибы, да, я так грибы. Понимаю, да? Елена, а я знаю, что многие, идя на кладбище, чтобы помянуть души усопших, берут с собой еду. Вот именно обрядовые блюда и, наверное, так сказать, в каждом регионе так происходит? Или у вас как-нибудь это по-особенному? Ну, действительно, так некоторые поступают, но на самом деле не это главное. Собираются на кладбище для того, чтобы почтить души ушедших. И самое главное, и помолиться за них, да? Да, самое главное, чтобы весь род собрался вместе, и живые, вот, и ушедшие. Вот. И поэтому для тех, кто хочет посидеть за столом, это можно сделать и дома. И поэтому вот сегодня я и предлагаю одно из блюд к нашему ритуальному столу. У нас все готово? Да, все готово. Ага. И теперь, Женечка, мы вас отправляем на кухню приготовить начинку. Нужно грибы обжарить на подсолнечном масле, добавить туда лука, и когда он станет золотистого цвета, добавить туда сливки и еще несколько минут протушить. Хорошо. Это и будет наша начинка. Еще и сливки, оказывается. А посмотрите, как Евгений замечательно отбил вот эту вот куриную грудку. Действительно, вот как всегда, профессионально. Сливки, да. И грудку пока не отдаем, да? Нет, мы будем нет. ее начинять здесь. Я ну пошел что? Готовить начинку. Добрый путь. Идем. Память выражается не поднятой рюмкой, память выражается не трапезой поминальной, тем более не песнями, и не воспоминаниями даже, и досужими разговорами. Память в церкви всегда реально выражается именно молитвой. Я делаю для человека то, что он не может делать. Я участлив. Я принимаю участие в том, что он сам переживает сейчас.
надеюсь при этом, верю и люблю. Вот так заявляем мы, христиане. Нравственная сторона этого вопроса, она очень важна, мне кажется. Но наша Витебская земля, к сожалению, имеет не очень хорошие традиции, языческие, прямо так скажем, традиции, которые до сих пор себя не изжили, которые очень популярны, потому что большая часть народа нашего, к сожалению, никогда не задумывается над тем, что это обозначает с духовной точки зрения. Заметьте, когда мы приезжаем на кладбище, мы везде видим столики, скамеечки. В столиках нет ничего плохого, в скамеечках тоже. Человек может присесть, подумать. Человек может столик использовать для других нужд, но не для того, чтобы там устраивать трапезу поминальную. Столик и скамейка не для того, чтобы там упиваться, веселиться, не для того, чтобы объедаться. Другое назначение абсолютно тех молитв, которые мы совершаем. Поэтому нравственный вопрос всегда раскрывается очень просто с точки зрения христианского взгляда. Могила всегда должна быть в чистоте и порядке. Это наш долг, сыновья, дочерни, в конце концов. Радуница, столы застилать, дяду упоминать. Радуница от слова «радоваться». Это светлый праздник, приносящий душе тихую радость. Начиночка готова у нас. Так, начиночка готова. И приступаем к формированию котлеток, да, Елена? Да. Начинка очень красивая, очень аппетитная, Женя, получилась. И я сейчас расскажу, как делали традиционно наши хозяйки, готовили. А вы, Женя, как опытный повар, покажете нашим телезрителям, как это делать аккуратно и, конечно же, очень красиво. Начинка получилась очень ароматная и вкусная, я думаю. Я вам как повар скажу, что по составу ингредиентов так готовится у нас жульен. Вот видите, какие секреты нам открывает Евгений. Приступим. Ну что, Женя, нам нужно завернуть начинку в отбитое куриное филе, обвалять в панировочных сухарях и обжарить во фритюре. Давайте будем пробовать. Формируем котлетки. И, как всегда, мы подсматриваем вот эти секреты, тонкости профессии нашего Евгения. Немножко посолить надо. Так, и поперчить, вероятно, да? Поперчим немножечко. В центр укладываем ложечку нашей начинки. Так. Следим внимательно, друзья мои. И помогая ножичкам даже вот так формируем котлетку, да? Формируем в форме котлетки, да. Она может быть любой формы. Можно кругленькую, можно такую продолговатую сделать, да? Да, можно овальную. Как больше нравится. Отлично. Ну что, попробуем мы с мы тобой, сделаем Елена, да? Кругленькие, давайте. Кругленькие сделаем. Давайте, да. Комочки такие. Вот сюда мы будем складывать, давайте. Вот. Так. Попробуйте. Конечно, попробуем. С удовольствием. Так, ну вы тогда положите мне, Евгений, начиночку, потому что у нас это посолить. Замечательно получается. Посолить, приперчить. Вот как хорошо дело спорится у нас, когда говорят, дело мастера боится. Начиночку добавляете, так. И снова, опять же, на глаз, да, кто как вот любит. Больше, меньше. Так, попробуем с одним. Наши смаки готовы для дальнейшего приготовления, и мы отправляем Женю на кухню для того, чтобы они вернулись сюда уже в готовом виде. Теперь их нужно обвалять в панировочных сухарях, обмакнуть в яйцо и обжарить во фритюре. Во фритюре. Хорошо. Так, ой, как замечательно у нас все получилось, сформировали настоящие смаки.
посмотрим, как они будут выглядеть в готовом виде. И подать вам еще зелень. Мы потом посыпем, да, так? Да. Угу. Отправляйтесь, все. Евгений. Ждем вас с нетерпением. Я думаю, что блюдо действительно будет очень-очень сытным. Для начинки обжариваем на растительном масле мелко нарезанный лук, добавляем к нему грибы. Обжариваем все это минут 15-20. В завершение добавляем сливки. Доводим начинку до готовности. Затем выкладываем начинку на отбитое куриное филе. Аккуратно заворачиваем края мяса, придаем форму котлеты. Обмакиваем наши смаки во взбитом яйце, обваливаем в панировочных сухарях и жарим во фритюре. Подаем с картофелем, овощами, зеленью. Елена, вот я знаю, что всегда в народе присматривались, какая будет погода, какая земля, как она выглядит, вот можно ли сеять, можно ли уже заниматься земледелием. А как на Радуницу? Есть какие-то особые приметы, вот, которые помогают определить, когда же приступать к земледелию? Вы знаете, в нашем регионе есть такая народная примета: если на Радуницу идет дождь, значит, лето будет очень теплым. И вот существовал даже такой обычай зазывать дождь. Дети и старики внимательно наблюдали за небом, и как только появлялись тучки, дети начинали кричать: «Поливай дождь на бабину рожь, на дедову пшеницу, да на девичий лен поливай ведром». Ух ты, здорово как! А мне хочется вспомнить слова нашего знаменитого земляка Владимира Короткевича. «Земля в удебы теплой вули, зникают кривды, боль и зло, батьки теплом з могил дыхнули, каб детям жить легче было». Эти строки, конечно же, про тихую, теплую, светлую Радуницу. Но какой бы ни была теплая Радуница, говорят, что в этот день нельзя ни сеять, ни сажать в землю. Да, это я тоже знаю еще от своих бабушек. А тем временем Евгений уже приготовил наше блюдо. Ой, красота! Да, наши смаки готовы. И вид какой, и запах. Очень красиво, аппетитно. Ну, хочется попробовать. Давайте будем пробовать. Евгений, давайте. Женя нам предложил сегодня на гарнир картошку, а я хочу сказать, что смаки можно подавать и с рисом, и с овощами, кому что нравится. Ну, я думаю, что и кто любит гречку, тоже, наверное, будет вкусно. Конечно. Правда, Евгений? Я думаю, да. Так. Начнет пробовать. Давайте все вместе будем пробовать. Да, приступим. Ой, какой аромат. Еще больше пошел, да? Запах грибов, как будто бы только-только они и собраны в лесу. Вот как красиво выглядит это все. Смачно есть. И выглядит аппетитно, и очень вкусно, необыкновенно. Женя, ну как, вы возьмете рецепт этого блюда в копилку рецептов вашего ресторана? Я думаю, возьмем, потому что очень интересно. Вот, друзья мои, и я с удовольствием хочу пригласить вас в ресторан-пивоварню «Лямус». Приходите сами, приходите с друзьями, здесь вам всегда рады. Приходите, обязательно вас угостят вкусным белорусским блюдом. И, конечно же, в уютной компании и в уютно оформленных залах, в народных традициях очень хорошо отдохнуть. Мы ждем вас в ресторане-пивоварне «Лямус».
Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.